Моє вітання, я Світлана Пенцева, і поруч зі мною народний депутат України Артем Дмитрук. Будемо підбивати політичні і не тільки підсумки 2019 року, року, що минає. Вітаю вас в нашій студії, рада бачити знову. Пропоную розпочати з подій локальних, місцевих. І рік видався дуже насичений і, на жаль, для Одеси невтішним, м'яко кажучи, а насправді трагічними подіями. За рік, що минув, сталося три масштабні пожежі. Це і психічна лікарня, і готель Токіо, і останній економічний коледж, взагалі будівля на Троїцькій, 25. За вашої ініціативи є законопроект про посилення так відповідальності і кримінальної, і адміністративної у сфері пожежної та техногенної безпеки. Розкажіть, будь ласка, про це більше. І у фокусі всього цього, чи будуть покарані дійсно винні люди у цих трагедіях? Да. Наверное, начну з того, що я приношу ще раз соболезнования всім сім'ям погибших, которые пострадали в этой трагедии. Скажу честно, если бы этот вопрос не нужно было обсуждать, его не нужно было бы поднимать, я бы об этом не говорил. Потому что это страшная трагедия, очень много людей пострадавшие. Но я сейчас в таком положении, в такой ситуации, я политик, что я об этом должен говорить. Да, это не первая трагедия в нашем регионе. И, знаете, я очень переживаю за то, чтобы они начали говорить, что Одесса не жемчужина у моря, а Одесса — город-пожар. Вот. И, конечно же, у этих пожаров, и у этого, и у Виктории санатория, и у Токио Стар, и еще у ряда пожаров, и психиатрической клиники есть свои виновники, и в какой-то степени за это ответственный и город, конечно же. Вот. В комитете я работаю правоохранительной деятельности, поэтому помимо того, что мы с Алексеем Леоновым практически с первого дня, наши волонтеры так с первого дня были присутствовали на пожаре, на месте пожара, все возможное, что нужно было, мы помогали, делали все необходимое для того, чтобы пожарники, служба спасения работали. От мелочей, от необходимой еды, чая, кофе, заканчивая специальной экипировкой, обувью, техническими приспособлениями, флешками для камер, для того, чтобы фиксировать то, что происходит и так далее. Сразу на комитете, в первое же заседание, на комитете в Киеве Верховной Раде был поднят вопрос именно по нашему пожару. И я, как член этого комитета, сразу зарегистрировал законопроект об усилении административной и криминальной ответственности за данное правонарушение. И законопроект зарегистрирован, но он еще не был даже первым чтением в комитете. И между первым и вторым чтением все депутаты смогут внести свои правки, мы сможем внести коррективы. И я думаю, что это будет одним из таких наших направлений, то, что мы внесем в эту трагедию, и чтобы это не повторялось в дальнейшем в нашем городе. Конечно, уже есть определенные виновные, но я думаю, что все равно еще все впереди, и будут проявляться какие-то новые факты, и будут наказаны, я очень надеюсь, что будут наказаны те люди, которые по-настоящему были ответственны за то, что произошло у нас в Одессе и в колледже, и до этого события. Ви згадали важливу роботу волонтерів, так, під час ліквідації наслідків пожежі. Одесити зуміли згуртуватися навколо трагедії, допомагали один одному, але тут не обійшлося і без таких конфліктних ситуацій, і показовою виявилася поведінка міського голови. Прокоментуйте, будь ласка. Очень приятно, что на самом деле уже не впервые в Одессе, когда возникает какая-то проблема и трагедия, и в данном случае на самом деле ни депутаты, ни местная власть, никто из чиновников, а в первую очередь именно люди, просто одесситы, слава богу, есть социальные сети и распространяют информацию, и люди собираются, организовывают волонтерские движения и отдают последнее. Да, я присутствовал там и видел, как бабушки соседних домов просто приносили там тарелку супа, в термосе кофе для того, чтобы помочь ребятам, которые работали на пожаре. Да, была очень неприятная ситуация,
Я же говорю еще раз, что я бы даже не хотел бы это вспоминать, потому что на фоне такой трагедии, тем более наш городской голова проявил себя в таком не лучшем свете, но на самом деле Бог рассудит нас, и каждый, знаете, каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Это была непосредственно его проблема, его потеря, и он должен был в этой ситуации проявить себя как настоящий городоначальник, ну, настоящий руководитель города, а не так, как он это сделал. Ви розцінюєте таку поведінку як невдалий піар? Это очень неудачный пиар. Mm-hmm. Вы знаете, сказать просто волонтеров, которые, я так понимаю, ребята там, это был первый день вечер, по-моему, они уже сутки были промерзшие, мокрые, на холоде стояли, все это делали, и он еще имел совесть над ними пошутить над парнем о том, что как ему нужно похудеть, в какой форме нужно, что он может привести его в форму, рассказать ему, как тренироваться и так далее. Он должен был приехать, поблагодарить всех участников, которые там были, поблагодарить людей, которые помогают там пожарникам. Если уж городская администрация не смогла наладить там процесс, не смогла настроить всю эту работу, то он должен был приехать хотя бы поблагодарить всех этих людей. А насколько я знаю, и это есть тоже этому подтверждение, что он пришел, и ну, об этом вообще говорить, конечно, страшно, он пришел и начал спрашивать у людей, которые потерпевшие были, да, в этой ситуации, он пришел, начал у них спрашивать, а за кого вы тогда голосовали? Они сказали, за кого? Они сказали, а где они тогда? Ну, где они? Вот. И он начал упоминать народных депутатов по фамилиях и спрашивать, где они? Вы понимаете, кого он упоминал? Да, нас там не было, он там были наши волонтеры, наша команда. Mm-hmm. Это большая команда ребят, которые работают с нами уже много лет. И с общественной организацией, действительно, не все равно, и с общественной организацией «Ля Мурис», которая состояла еще в 2012 году. Эти ребята всегда готовы помогать и одесситам, и каждую неделю делают выезды в детские дома и так далее. Но сейчас суть в том, что они были там с первой секунды и помогали, а Геннадий Линович приехал и пытался просто выяснить, есть же здесь народные депутаты или нет. Но с первой же минуты, помимо волонтеров, и я, Алексей Леонов, мы у себя в интернет-ресурсах выставили и максимально распространили видео о том, что любая помощь, которая будет необходима, помимо волонтеров, которые были там, мы готовы предоставить. То есть, по сути, мы тоже были там с самого начала. И никак это не рекламировали, не афишировали, не выставляли. Вот. Ну, такая ситуация произошла, это очень печально. Я думаю, что каждый должен сделать для себя определенные выводы. И жители Одессы, и городская власть, что так поступать нельзя, так работать нельзя. К сожалению, что мы учимся на таких ошибках, да. Это должен быть урок и для нас, и для местной власти, и для областного совета. Областной совет тоже принял там большое участие во главе с губернатором. Поэтому в таких трагедиях нельзя обращать внимание на политические взгляды, на предыдущие какие-то ссоры. В этой трагедии нужно объединяться, решать эту проблему, а потом уже, если есть такое желание, выяснять какие-то политические моменты, дивиденды, влияние и так далее. Знаете, было очень неприятно, когда ко мне подходили на пожаре представители горсовета, представители Геннадия Леонидовича, и пытались выяснить какие-то конфликты, рассказывали о том, что у них недостаточно влияния, что у них недостаточно денег для того, чтобы здесь все организовать и дать достаточное количество продуктов или необходимых вещей для пожарников. Ну, это стыд, позор, и я не, ну, может, я неправильно делаю, сейчас об этом говорю, но такое было. Если у них была совесть и смелость подойти ко мне и об этом говорить, да, во время такой трагедии, то тогда, я думаю, я тоже имею право об этом сказать. То есть выяснение каких-то отношений во время такой трагедии не является уместным, тем более для людей, которые занимают места в горсовете, в его главе, и пиарятся на такой трагедии. Пропоную перейти до іншої критичної точки нашого міста. Маю на увазі забудову Одеського узбережжя. І можна сказати, що воно поділене на такі ласі шматочки землі. Так? І ситуація на 13-ті фонтану, і французький бульвар 1/5. І, до речі, часто активісти зносять паркани, проводять акції, намагаються вплинути якось на ситуацію. До французького
точки Французький бульвар 1/5, суд врешті-решт наклав арешт на земельну ділянку, але паркан залишився. Чи будуть там будівельні роботи, чи ні, ще питання. Ситуація на 13-й станції Фонтану теж. Нібито будівельні роботи зупинилися, але огорожа залишилася. На вашу точку зору, як можна відстояти одеситам своє право? І пам'ятаємо президента Зеленського, так, який говорив про вільний доступ до пляжів, до рекреаційної зони. І цей законопроект вже є, і ми його вже за нього проголосували. Что касается этой ситуации, если говорить в общем, то у меня иногда такое ощущение, что городской совет, который выделяет на это земли, и городской голова, они сидят как в театре, знаете, и наблюдают, только наблюдают за тем, как же будут дальше события происходить с тем или иным земельным участком, да, где больше активисты участвуют, где меньше. Вот. Мы же со своей стороны, моим обещанием предвыборным было то, что я под собственный контроль возьму все незаконные постройки, в том числе и на прибрежных зонах. Также со мной в этом вопросе, конечно же, солидарен Алексей Леонов, потому что это такой болезненный вопрос одесситов. Я же со своей стороны стараюсь не только проводить какие-то мирные акции, да, есть огромное количество недовольных жителей, но и мы по каждой стройке написали соответствующие запросы в органы. И уже у нас был наложен арест, так же, как и на Французском бульваре, с помощью правоохранительных органов, а именно прокуратуры. У нас новый областной прокурор, и он с нами в этом направлении, он поддерживает людей и всячески старается выйти на такую правильную правовую позицию. И мы наложили арест на Глушко 17, где раньше был садик, и он там был необходим, потому что рядом есть садик, где дети просто спят на трехъярусных кроватях и учатся там до 8 часов вечера, то есть в 2-3 смены, и школа рядом. То есть на том месте, в принципе, и должен быть садик, и зона назначения земли там тоже именно под садик. Но, по крайней мере, землю там сдали в аренду горсовет, и там проводится стройка. Но не прошло, наверное, и месяца, как я был у вас в студии и говорил о том, что арест на земельный участок есть. И вот эта небольшая победа, как там уже проводятся работы. И было судебное заседание, на которое я пришел тоже с жителями. Это было больше 50 человек, это было в будний день. То есть это люди, те, которые вот только успели об этом услышать и прийти. Это 50 человек на судебное заседание в апелляционном суде. Заседание перенесли на 15 января. А уже вчера они никому не говорили, к нам просочилась информация о том, что проходит заседание в 3 часа, да, в киевском суде. И я также позвонил людям, говорю, собираемся, кто есть там, давайте приедем на судебное заседание. Мы приехали, и судья снял арест, тот, который его и наложил, он же его и снял. Это такое народное было решение. И я знаю, что люди, активисты, которые присутствовали на судебном заседании, они уже подготовили обращение на главу киевского суда с тем, что это было неправомерное решение принято. И, конечно же, мы дальше будем бороться. Что касается всех строек по побережью, то же самое. Мы стараемся работать и совместно с правоохранительными органами для того, чтобы остановить этот процесс, потому что мы прекрасно понимаем, и жители Одессы, и жители Киевского района, и Приморского прекрасно понимают, что подача наших городских властей, мэра города в том, чтобы пока они при власти, максимально постараться освоить всю землю, которая сейчас есть, тем более такие лакомые кусочки возле моря, рекреационные зоны, которыми должны пользоваться только одесситы, чтобы это максимально застроить, ну хотя бы, как они говорят, так у себя в кулуарах, хотя бы давайте положим фундамент. То есть не построим, а забьем место, чтобы уже потом, когда мы уже не будем во власти, да, в горсовете, уже мы могли там дальше себе строить. Но мы боремся. Также вы навели пример по Французскому бульвару. Это округ Алексея Леонова. Там также наложили арест. Тоже, что касается активистов, уже после того, как наложили арест, да, они пришли валить забор. Ну, то есть тоже нужно, если активисты хотят работать для людей и отстаивать интересы людей, да, то они должны как-то смотреть еще на правовую часть этого мероприятия.
и видеть, что и народные депутаты работают, и как-то, значит, присоединяться к ним, спрашивать. Объединяться треба, объединяться, да, конечно. Потом. То есть мы же работаем просто на благо одесситов, и у нас нету точно никакой корыстной цели в этом. Mm-hmm. То есть нам нужно только то, чтобы данное мероприятие было полезно и не шло вред людям, mm-hmm. так как это сейчас происходит. Дотичне до цього питання – це боротьба зі шлагбаумами. Поки зима, питання, звісно, не порушується. Але прийде черговий курортний сезон, і воно знову стане актуальним. Стане актуальним доступ до тих же пляжів. Які результати боротьби, скажімо, в цьому році, 19-му, і на наступний 2020 рік, як плануєте? З шлагбаумами, да, боролись, наверное, не один кандидат в депутати, ни один такой общественный деятель, который хотел пропиариться как-то, и все никак, и это было на протяжении там 4 лет, и все никак шлагбаум не убирали. Я не рисую себе звезд, но как есть, я был один человек, который все-таки добил его. Я его снимал один, два, и на пятый раз там уже все-таки мы пришли его и сняли. Вопрос же не в шлагбауме. То есть, если это шлагбаум, который стоит и наводит порядок на данной территории, то есть это есть правильно устроенная парковочная территория, есть соответствующие меры, которые там камеры, допустим, да, которые снимают территорию, есть парковщики, которые ходят, есть правильно построенный паркомат, есть по законодательству человек платит, допустим, как-то записано, они просто обдираются деньги, то проблем с этим не будет. Ну вот мы посмотрим, если в следующем году горсовет будет также в лице сдирать деньги с жителей, но будут такие же акции. Если это будет, конечно же, правильно поставлен вопрос, это будет цивилизованная парковка, хорошая, то есть деньги будут идти и в бюджет, и мы будем понимать, сколько это зарабатывает, и по закону будет сниматься плата за парковку, а не так, как они это захотели себе, определенный предприниматель, который в сговоре с горсоветом, да, это ни для кого не секрет, если я об этом скажу, то я не вижу в этом в шлагбауме ничего плохого, если он регулирует движение. То есть, когда у нас стоит шлагбаум на переезде, он же никому не мешает, правильно? Потому что он выполняет определенную функцию, полезную. Mm-hmm. Точно так же и на пляже. Если этот шлагбаум выполняет определенную функцию полезную, да, значит, он должен быть. Шлагбауму должны быть и определенная обустроенная территория, парковки и так далее. Mm-hmm. То есть зло не в самом шлагбауме, а в процессе, как это происходит, куда уходят деньги и почему мы должны платить больше, чем написано в законодательстве. Тому що так хтось собі рішив. Повертаючись до точки критичного Глушко 17А, де люди вимагають дитячий садочок і перекривали неодноразово дорогу, так ось за останніми свідченнями очевидців, там таки поновилися, принаймні, земельні роботи, ведуться, прокладаються комунікації. Чи можна все ж, так, врятувати це місце, поки, як ви кажете, не заклали фундамент і не забили це місце під інший об'єкт, а не соціальний. Там, ви знаєте, якщо можна було зараз вивести на екран, показати, я постійно нахожусь в діалогі з людьми, з жителями, mm-hmm. іменно і всього Київського району, іменно придомових, домов, які рядом з цією стройкою. І вони мені кожен день скидують відео, фотографії, як проводяться. То ви в курсі, що там проводяться роботи, звісно ж. И вы знаете, сколько раз я туда не приезжаю, сколько раз я не ругаюсь там застройщиками, пытаюсь как-то объяснить им, что нужно с людьми общаться, нужно договариваться с ними, нужно говорить о том, что здесь будет строиться, да, там, если вы уже хотите строить, а не просто так нагло взять и строить. Но они мне, вот я вам прямой текст говорю, они мне сказали, мы можем с тобой поспорить, что мы здесь построим то, что захотим. Здесь будет там 4 секции, там по 18, по 24 этажа, не помню уже по сколько. Mm-hmm. Потому что мы так решили, и ни народный депутат, ни судьи, ни тем более, говорят, людишки, да, ну люди ходят, их там реально каждый день спрашивают с них, нам не помешают, потому что мы уже договорились. Это прямая речь, и, конечно же, это вызывает и у меня такой вот немножко... Знаете, когда ты представляешь народ, а тебе говорят, что ты ничего не сможешь сделать. Это же неправильно. И то же самое говорят про людей.
Чи вони Поэтому... все знають і розуміють, але, на жаль, крім слів, ну, домогтися правди не можуть. Свого місця, свого права на дитячий садочок, так? Так, но ми далі, ми боремося, тобто ми не зупинимося. Буде далі судебне засідання, люди будуть далі виходити. Тобто, ну, це просто так не залишається. Ми не дадим можливість просто комусь за гроші вирішити ці питання. Не только Геннадий Леонидович у нас в городе может творить такой беспредел. Есть еще люди, которым нужен порядок. Схожа ситуація з вимогою одеситів збудувати школу дитячих садочок на Гарінському плато. Люди мітингували, перекривали дороги, зверталися, до речі, також до президента. Чи є відповідь, що буде з цим об'єктом, чи, як ви кажете, є вже домовленість про те, що там не буде дитячого садочку? Гагарінська плата, к сожалению, не мой район, это Приморський район, да. Я, ви знаєте, у мене в Київському районі стільки об'єктів, на яких я навіть ще не був. Ну, потому что я привык так работать, я лично присутствую и на каждой стройке, я лично присутствовал на каждом судебном заседании, вне зависимости от того, где я был. То есть она есть, я приезжаю, потому что я хочу посмотреть в лицо судье, который, да, выносит этот приговор. Я постоянно общаюсь с людьми. Я не знаю, какая ситуация на Гагаринском плато, но на Гагаринском плато очень застроен уже этот участок, и да, там я просто знаю ситуацию, что там был застройщик, который обещал, в принципе, построить садик. И, насколько я знаю, ну, он будет выполнять это обещание. То есть мы посмотрим со временем, да, как там это будет. Но пока я знаю вот эту информацию, что там застройщик пообещал людям, что там будет садик. Но ситуацию треба взять под контроль. Да, согласен. Ну, ситуация аналогичная, у нас такая по всему городу, то есть у нас есть дома, да, но нету, соответственно, к дому школы, садика или медицинского учреждения, так как это должно быть в принципе. Если есть новая стройка, значит, мы должны рассчитывать на то, что будут дети, будут люди, которые должны пользоваться инфраструктурой. Но, к сожалению, да, у нас этого нигде нет. Поэтому еще дополню, вот сейчас в городе столько проблем, что следующий мэр, который придет, ему, наверное, только года три, надо будет только разгребать все эти проблемы, связанные так, с... Так, але знаем, это такой термин попередников, так, и да. Выходит, что каждый наступный говорит про то, что так, а это все наробили до меня. Добре, переходимо до стін Верховної Ради. Артема, який ваш основний здобуток за 4 місяці роботи в Верховній Раді? Ви вперше стали народним депутатом. Я думаю, что все достижения и результаты по уже принятым законопроектам, которые будут приниматься, мы уже увидим в скором времени, то есть их результативность. Как мы понимаем, что каждый законопроект, который принимается, он не работает сразу, да, то есть должно пройти какое-то время. Можно говорить о том, что мы там первая Верховная Рада, которая наконец-то приняла там снятие депутатской неприкосновенности, да, это, я считаю, немножко и популистский закон, ну, правда говоря, хотя там и политологи могут сказать, что ну, все же только вы ее приняли, да, сколько раз обещали, но только вы вот приняли. Можно задать встречный вопрос. Это же не совсем снятие депутатской неприкосновенности, потому что остались там нормы, и может выносить только генеральный прокурор и так далее. Да, но она снята. Суть остается в этом. Вот, сейчас очень такие глобальные вопросы. Также мы установили процесс импичмента президента. Да? Сейчас очень глобальные вопросы, которые болят у людей, у нас в регионе меньше, но все же это закон о рынке земли, это легализация игорного бизнеса. Это те законопроекты, которые, в принципе, должны были наполнять бюджет. И я хочу сказать, что они пока не приняты, над ними проходит очень много работы. Наши оппоненты, конечно, на них пиарятся, вот, говоря о том, что только они сдерживают процесс их непринятия. Я хочу заявить, что это не так, как член партии «Слуга народа». Мы ни в коем случае не приняли бы законопроект, который будет не для людей, античеловеческий, да, какой-то. То есть мы над ним работаем, там огромное количество правок, и не только с оппозиционных партий, но и наших. И я думаю, что еще не один месяц будем над этим работать, как над законопроектом про землю, про рынок земли, также и про игорный бизнес. Я думаю, что результаты всех законопроектов, которые сейчас мы принимаем, мы сможем отследить уже там в 2020 году,
мы увидим результаты тех законопроектов, которые мы принимали. Также с наших обещаний это закон про незаконное сбогачение, он также был принят. Вот, поэтому плоды, я думаю, будем пожинать уже совсем скоро. Вот. То, что оппоненты накаляют обстановку и говорят о том, что ничего не меняется или становится еще хуже. Знаете, когда Порошенко говорил, что доллар будет по 100, и все здесь, всем будет крышка, да, как только придет Зеленский. Но, по крайней мере, ничего такого не происходит. І... Вперше за 4 роки долар сягнув позначки 23 там, з копійками. Да. Ну, я думаю, на це не треба звертати увагу. Да, хорошо, що він став менше, но нужно смотреть на то, что реально в бюджете социальные выплаты увеличиваются, реально есть перспективы того, что и пенсии увеличатся, об этом постоянно говорят. На сегодня у нас газ 30% стал дешевле, да, отопление, тепло для населения. Вот, и стоит вопрос о том, чтобы сейчас снизились цены на топливо. Вот, вот, кстати, касательно топлива, тоже поднимали такой резонанс по поводу того, что мажоритарщики, в том числе я, Алексей Леонов и другие, не будут поддерживать. Есть такой акциз на пальне, который должен оставаться на местах. Це ініціатива Сергія Колібошина, я пам'ятаю, так? Ну, це не його ініціатива, це ініціатива всіх мажоритарщиків, в принципі, да, щоб все-таки оставити цей акциз, і всі мажоритарщики, в тому числі і Колібошин Сергій, і Олексій Леонов, і я, всі ми відставили те, щоб він залишився. І ця поправка залишилась, і сьогодні це 250 мільйонів, якщо я не помиляюсь, гривень для бюджету міста. Ну, а тут наша задача уже проконтролировать, чтобы эти 250 миллионов ушли на то, что нужно, а не на предвыборную кампанию действующей власти. Ви згадали, як все ж таки один із здобутків Верховної Ради і цього скликання – це зняття депутатської недоторканності. І з цим йде поруч посилення відповідальності за прогули, за кнопкодавство. Але бачимо, що насправді це не заважає кнопкодавити і далі народним обранцям. Зокрема, складно рейтинг кнопкодавів, до нього увійшли і народні депутати з Одещини. І з, так, з інших. Отже, на вашу думку, ну, виходить так, що навіщо посилювати, якщо це не працює? Ви знаєте, слава Богу, що я не попався на цьому, тому що, коли ти сидиш в парламенті, буває дуже гаряча обстановка, бувають дуже гарячі дискусії, буває на самом деле, ну, дуже тяжело працювати. І коли рядом з тобою сидить твій колега, да, і ви приймаєте якийсь нужний законопроект, в этот момент тебе всей души хочется, чтобы он принялся, да, вы за него долго боролись, долго его рассматривали, и у меня у самого не раз было такое желание нажать за товарища. Знаете, ну ничего ж плохого, там, мы голосуем за, там, за бюджет, еще там, хочется нажать. Слава Богу, я не попадался. Да, мы видели много смешных видео, когда наши коллеги, не слуги народа, ну, хотя можно было бы и так, придумывали разные аттракционы из книжек, так, чтобы так, нажималась кнопка. Так, так, книг, паперів, и нібито він чупає не кнопку, так, депутат, а да, це книги саме туди. Раз, да, такие вот интересные истории. Натискають. Хотя они маленькие дети, все в парламенте, депутаты Верховной Рады, казалось бы, ну, куда выше, это выше законодательный орган, все должны быть серьезны. Так, и деякі не в перший раз. Да, там уже есть люди, которые третий, четвертый раз в Верховной Раде. Ответственность должна быть. Допустим, я такой человек, у меня дисциплина. Я не пропустил там ни одного заседания. Я, в принципе, всегда голосую. Есть моменты, когда я не голосую, допустим, за правки, просто там, не успеваю нажать кнопку или не могу определиться за ту или другую правку, чтобы проголосовать. Конечно, ответственность должна быть, но посмотрим, как это будет работать на практике. Посмотрим, может, 2020 года, как те моменты, которые мы приняли, да, касательно ответственности за кнопкодавство и прогулы будут работать на наших коллегах. Так как ответственность, как я считаю, небольшая, это всего лишь лишение зарплаты. Да? Поэтому я думаю, что те ребята, которые будут лишаться этой зарплаты, не сильно это будут переживать по этому поводу. Хотя на самом деле просто хотелось бы, чтобы депутаты Верховной Рады уже этого созыва все-таки просто осознавали значимость своей работы и понимали, что это очень важно, чтобы именно ты принимал решение, и что тот человек, который сейчас отсутствует на заседании, значит, для него не так важна эта работа, да, если он пропускает и не нажимает кнопку за определенный законопроект или правку.
Поэтому мы посмотрим, как это будет в 2020 году. Хотя я думаю, что это будет продолжаться, и может не в таком масштабе, как это было раньше, да? Но даже случайно это может происходить. Угу. Тобто депутатам все ж не вистачає дисциплінованості, але вам особисто її явно не бракує. Ви прийшли зі світу спорту, так, у велику політику. Скажіть, будь ласка, чи вистачає тепер часу на тренування і на те, щоб вести здоровий образ, спосіб життя, так, правильно харчуватися? Ви знаєте, я завжди був професіональним спортсменом, також я тренував велике кількість людей, дітей в тому числі. І коли до мене приходили люди з інших сфер діяльності, я їм говорив, ну що ж, там нет у тебя времени, ти не успіваєш, там, давай більше тренуйся, правильно питайся і так далі. Зараз я почувствую це на себе. В період предвиборной кампании я дуже мало тренувався. Наверное, за півтора місяця я всього лише раза два був на тренировці, хоча раніше я два рази в день мав бути на тренировці. Что сейчас? Да, я тренируюсь, но всего лишь три раза в неделю. Режим питания я стараюсь соблюдать благодаря моей супруге Анастасии. Она все-таки пытается меня как-то поддерживать. Она мне правильно готовит и старается и судочки. И вот, кстати, и в Раде был замечен уже несколько раз. Я период долгого пленарного заседания, я немножко кушал. Вот все-таки я остаюсь спортсменом. Цікаво, є заборона їсти у сесійній залі? Ну, на законодательному уровні нет. Да, то есть я там не ем борщ, да, ложкой, но что-то подъедаю. Вот, я тренируюсь, конечно, не так. Возможно, я еще и выступлю, я на каких-то соревнованиях. Я этого тоже не отрицаю. Пока это на таком среднем очень уровне, так сказать, поддерживать. Потому что я уже не могу не тренироваться. То есть для меня это уже не получается. Ще один цікавий факт. Зазвичай народні обранці, сидячи в депутатських кріслах, набирають. І потім в народі кажуть, що ну, від'їв обличчям, як у кажучи. А ви навпаки схудли. Якщо подивитися ваші світлини до роботи Верховної Ради, то, ну, зрозуміло, спортивна дієта, нарощування м'язів, так, зараз йде процес схуднення. Зрозуміло, чому? Тому що ви працюєте. Наскільки вдалося схуднути? Чи було це ціллю? І, ну, скільки кілограмів втратили? Для мене те, що відбувалося в моїй житті зараз, вибори, прохождення Верховної Ради, заняття такої серйозної позиції, це для мене великий стрес. І кожен день для мене велика відповідальність. Тобто, навіть той період, коли я не працюю в Раді, у нас або робота на округі, або робота в комітетах, або ще якась діяльність, я всегда за это сильно переживаю. Именно поэтому, да, я похудел с периода моей начала выборов, я похудел на 20 килограмм. Это довольно много. Именно по причине того, что за каждое действие, которое я делаю, я очень переживаю, я стараюсь подходить ко всему очень ответственно. Не всегда получается вовремя покушать и потренироваться. Поэтому, наверное, чрезмерное чувство ответственности и сейчас ведет меня к тому, что я могу так похудеть, и я далеко не в той форме, которой был. Я думаю, что я к этому привыкну, і все-таки може повернутися в ту форму, в якій був. Ну, а поки це такий процес. Інший бік вашого життя, ви є амбасадором білої стрічки, так, боретеся з домашнім насиллям. Скажіть, будь ласка, наскільки все ж актуальна ця проблема для України? І домашнє насильство, насилля – це означає чоловік до жінки чи не тільки? Ну, домашнє насилля в сім'ї, іменно у нас в країні, воно, можно сказать, только набирает обороты, это никак не уменьшается, и мы об этом все знаем. По отношению, я думаю, что сейчас мы должны говорить о насилии мужчин по отношению к женщинам или мужчин по отношению к детям. Когда мне предложили стать амбассадором «Белой ленты», это самая большая организация в мире по борьбе с домашним насилием, я даже не думал и сразу принял на себя эту ответственность, потому что я от души искренне хочу с этим бороться и хочу, чтобы у нас с каждым годом этого факта становилось домашнего насилия все меньше и меньше. Это то, над чем нужно работать, то, о чем нужно говорить. И в первую очередь законодательный процесс, я уже говорил, это длительный процесс, тяжелый процесс, и проблемы в семье это не всегда можно решить просто полицией или силовым методом. Проблемы в семье
Это те проблемы, которые должны больше влиять на людей с экранов телевизора, примером и так далее. Поэтому сейчас мы об этом просто начинаем говорить, популяризировать, говорить об этом в школах. Как только я стал амбассадором, я сразу выступил в ряде школ в Киеве, потому что я как раз был на работе. И мы об этом говорили, говорили с детьми. Говорили о том, что если у них и присутствует это, то они хотя бы должны об этом не молчать. То есть если в семьях есть насилие, то мы должны это выносить. Вот. Інша проблема, з якою можуть стикатися українські родини, деякі стикаються, це ігроманія. Так, бачимо закриття тотальне, так, гральних залів по всій Україні, в Одесі зокрема, але водночас провальне голосування так за законопроект стосовно легалізації грального бізнесу. В той же час в держбюджеті 2020 вперше закладаються кошти з легалізації грального бізнесу на рівні 1 мільярда гривень на рік. Скажіть, будь ласка, яка ваша позиція з цього питання? Значить, що стосується першого читання, яке було провальне в Верховній Раді, я за нього не голосував. Це, кстати, теж пример того, і вже не перший, що говорять, що в «Слуге народу» всі голосують під палку, да? Нас б'ють, і ми голосуємо, невзирає на те, що хороший цей законопроект чи ні. Це не так, у нас всіх є своє мнення, і ми, аналізуючи тот или иной законопроект, принимаем свое решение. По моему мнению, законопроект, который был, он не нес тот позитивный посыл, который должен был принести. Поэтому я думаю, что сразу после Нового года будет... Сейчас комитет работает над этим законопроектом, и сразу после Нового года мы постараемся в кратчайшие сроки принять его, для того, чтобы на самом деле мы получили и даже не ту сумму, которая была озвучена, потому что для меня она показалась очень мелкой, которая может принести бюджет, да, и горный бизнес. Так. И я считаю, что она может быть намного больше. За оцінками економістів можна 3 мільярди доларів, а в нас закладено 1 мільярд гривень. Вот. И меня это тоже очень смутило, это и ряд еще других вопросов. Именно поэтому я тоже за него не голосовал, потому что считаю, что можно изменить его в более правильном направлении и внести намного больше денег в бюджет. Поэтому также являюсь еще главой группы дружбы с Арменией, и буквально вот в последние дни работы парламента приезжали депутаты с Армении, и у них этот законопроект уже прошел. Мы сейчас тоже будем проводить аналогию с ними. Конечно, у них государство много меньше, но все же мы сможем что-то для себя подчерпнуть. У них там есть интересные вопросы с вывесками, которые у них отсутствуют. Вот, и еще ряд интересных моментов. Поэтому я за легализацию игорного бизнеса, ввиду того, что он все равно существует и будет существовать, вне зависимости от того, примем мы это или нет. Но мы должны это принять для того, чтобы бюджет увидел какие-то деньги, и мы смогли их выделить на какое-то социальное развитие в нашем государстве. По вопросу закрытия, да, это была позиция президента. Президент в один день сказал закрыть все залы, и, насколько мне известно, буквально за сутки закрылись все залы, это правда, во всех городах, во всех поселках. Там, так, и зараз запрацювала гаряча лінія уряду, де можна повідомляти, якщо десь таки працює, то можна... Да, это тоже есть, то есть обратная связь, это говорит о ответственности нашего президента и парламента, и правительства. То есть, что не просто, да, сказал, и там через два дня все опять открылось. Нет, игровые автоматы все закрыты, все незаконные эти точки. И даже если будет происходить случай, что они будут работать, пожалуйста, звоните, и сразу примутся меры для того, чтобы это учреждение не работало, и виновные понесли наказание. Это восхищает. То есть конкретика нашего президента, его действия, они, конечно... І наостанок розкажіть, будь ласка, про плани на наступний 2020 рік. Ви спортсмен, тобто звикли досягати, ставити, по-перше, певні цілі, так, а потім їх досягати. Тож, яке головне завдання бачите, ви бачаєте перед собою на наступний рік? Ой, наша задача в тому, щоб зараз я вже об этом говорив, є два тяжелих этих законопроекта, о которых ми закончили тільки говорити, це ігорний бізнес. Угу. От поставити в этом точку. То есть мы его должны внести, правильно все откорректировать и принять. И посмотреть, как это будет происходить, чтобы были деньги в бюджете, пошли деньги в бюджет. Второе, я думаю, что не один месяц мы будем работать над законопроектом про рынок земли.
Это наша тоже основная задача, чтобы не обидеть никого из людей, чтобы по-настоящему он был полезным. И, конечно же, чтобы уже в 2020 году жители Украины увидели реальные изменения, реальное повышение зарплат, в ту же очередь реальное понижение тарифов на коммуналку. Это наши основные задачи. Что касается моей деятельности как в правоохранительном комитете, я тоже буду стараться вносить свои законопроекты касательно каких-то изменений в правоохранительной деятельности. Что касается спортивной деятельности, то уже и на Олимпийц с помощью Алексея Леонова депутаты были выделены деньги на его реконструкцию, потому что есть такое прекрасное заведение, а его хотели в очередной раз умножить на ноль, чтобы там построить высотку. Тоже есть. Будем стараться развивать также и спорт в нашем регионе. То есть все делаем тоже, будем стараться увеличивать темпы, чтобы люди, которые нас выбирали, не расстраивались. І не розчарувались. Да. Я дякую вам за те, що знайшли час, завітали таки до нашої студії, за змістовну цікаву розмову. Також дякую, Артем Дмитрук, народний депутат України, про рік, що минув, 2019, і про плани, перспективи на 2020. Студію провела я, Світлана Пензова. Залишайтеся на сьомому.